А вот и обещанная вторая часть. Если пошутили, да, Икс уже на меня прыгает. Венек у меня. Вон он. А наши любят эти косточки, вот как я вам рассказывала. Вот, видно, куриное мясо. Косточка, они любят ее разрезать и вполне... У меня прям вот такое чувство, что девочка реально не знает, как выразить свои эмоции, как правильно передать свою мысль, как правильно что-то описать, потому что тут замерзшее мясо. Родители, вы вместо того, чтобы ребенку позволять вот это вот делать, снимать вот такие вот долгие, длинные и тупые видео, лучше бы научили правильно излагать свои мысли. А еще желательно правильно, четко и лаконично. Вот что от них осталось, если сейчас это есть в моей комнате. Но в своей комнате я всегда выбрасывала, потому что там видит. Видит косточки. Они сейчас очень хотят эту косточку, но... Даня, но чуть попозже. Когда они грызут эту косточку, она очень твердая, ее даже силач разломать не сможет. Ну ты-то не смогла, значит все силачи мира не смогут разломать. Я вам создала эти косточки, сейчас я вам покажу, чтобы не разворачиваться. Вон они уже грызут эти косточки, вам видите, не прыгнула. Сейчас на опять убила забираться, вот она уже забралась. Вон эти косточки, вы видите их. Вот их собрала. Они очень любят эти косточки, опять же повторюсь, их сломать нельзя. Их только нужно раскрыть. Вы, наверное, смотрели, скорее всего, видео тук-тук. Это был мой брат, его зовут Артём. У нас есть совместный канал, но там пока видео нет. Это самая важная информация в видео про породу мальтийская болонка, либо же об уходе. Это очень важная информация, что у тебя есть брат и что у него есть канал. Потому что идей нет. Если у вас нет идей, не надо создавать каналы, а тем более что-то, блин, пилить из рук вон плохо, бессмысленное и просто вообще, которое не несет никакой нагрузки, не развлекательное, ничего, а просто вот, ну, я не знаю, что снять, сниму-ка, блядь, обзор на чашку. Для общего канала. Я предложила ему пару идей, но он отказался. Какие вы знаете потом? И ушла. Она взяла и ушла. Я решила разделить это видео на две части, потому что оно очень длинное. Если вы хотите увидеть вторую часть, давайте наберем 100 лайков под этим видео, и тогда сразу же выйдет вторая часть. А вот и обещанная вторая часть. Это так важно. Скорее всего, я уговорю вас. Или удалю этот канал. Да, вот удалить этот канал, это самая гениальная мысль в твоей голове. Вот этот канал, на который ты сделала это видео, тоже желательно удалить. Это тоже будет самая гениальная мысль. Зачем он нужен пустой без всего? Тупо загрязняет YouTube. Да, вот как я это видео. Блин, она сказала не в тему, вообще совершенно, блин. Вот эту курицу человеческому, ну, человеку вытащить вполне возможно. Я вам сейчас это демонстрировать не буду, я могу это вытащить, но не стану. Или хотя можно... Я не стану, но я это делаю. Это мяско вот. И обратно ставлю. Но единственный минус, это мяско раз легко вытащить, так же как и собаки, два его очень легко сломать. Это вот единственный, пожалуй, минус. А так, все вполне хорошо, 21 штука хватает на месяц. Если там каждый день давать по одной, то вполне хватит. Мы вот запаслись такими двумя пачками, вот еще одна не кончилась. Мы, естественно, начали вместе купили, но не каждую неделю, а так, примерно. Ну, для этих собак я целый корм не стала доставать. Вам понадобится сухой корм, Тренер Натурал, и жидкий. Вот сухой, и там еще жидкий, но жидкого вы не увидите. Жидкий, с курицей, с чем хотите, просто вы перемешиваете. Вот у меня тут смесь, я просто тренировала их, вот у меня в коробочке осталось. Так, у меня две как бы... У меня как бы две радости. Она кормит их не дерьмом, ну, да, и она их тренирует, хотя бы как-нибудь. Это жидкий, сухой, перемешка, они их едят. Единственное, что, если вы только будете покупать
там шикарного за 85 тысяч, например, или за 100 даже. А берите поскромнее, потому что иначе у нас Веня такая вредная, она не очень любит есть. То есть, если вы покупаете собаку за 100 тысяч, она 100% будет привередливой. За 85 тысяч она 85% будет привередливой. Что за бред? Это зависит совершенно от вас. Вы можете избаловать свою собаку так, что она не будет есть. Также этот корм может постоянно находиться у них в миске, насколько я это и поняла, потому что она принесла как бы миски и вроде бы сейчас показывает эту миску. Так что это абсолютный бред из всех видео, которые я либо слышала. Да, а за 18 тысяч, естественно, собачка не будет непривередлива. Я знаю дворняж, которая была привередливая, которую взяли за 50 рублей на рынке, бред. Поэтому не советую вам брать за 100 тысяч, там где-то за 85, за 90, не советую. Но сразу советую кое-что купить, потому что она есть не будет, она будет вредничать, скрыть всю крылью. Что вам понадобится сразу при... когда вы купили собаку? Вам понадобится у нас, вот так у меня сложно аккуратно к резиночке, резиночки, но кто хочет, тот покупает, кто не хочет, тот не покупает. Вам понадобится, но если вы хотите, вы можете не покупать, хотите, можете покупать. Да, блядь, что за бред, если это надо как бы. Они 100 рублей стоят, такая вот пачечка, но мы половину отсюда уже использовали. Водичка для глаз, вы сможете такую вот Сипхара 300 мл, вы сможете, когда, естественно, вина будет... Открою сейчас тайну для всех подблогеров. Водичка для глаз и для ушей нахрен не нужна. Усвоили информацию. Она не нужна. Собакам не нужно каждый день промывать глаза. Только определенные породы, типа чихуахуа, и только те, у которых текут глаза из-за того, что у них так устроен череп, так устроен глаз. Обычно это бывает у чихуахуа, у которых, ну, вот прям вот сюда череп, да. Короче говоря, у вашей собаки, то есть 90 градусов, да, у нее, скорее всего, будут проблемы со слезно-выделительными каналами. А если у собаки стоп не 90 градусов, а более сглаженный, то проблемы уже могут идти от желудка, например. У собаки может быть аллергия на корм, либо же у собаки может быть стресс. Собаке не обязательно каждый день протирать глаза. Заказывать парикмахера, он, естественно, будет иметь это все, но сможете его это купить. Так же, как и вот такие две расчески. Упс, тут Y на 6 я ее расчесываю, вот такие две расчески. Такие две расчески вы же купите сами. Это на дальнейшее, чтобы делать хвостик. Но опять же, тот, кто не будет делать хвостик, может эту расческу не покупать. Ну, по идее, собаке нужно делать хвостик, потому что, ну, ей же шерсть мешает. По-другому она будет бесполезна. И вот такая маленькая расчесочка. Сейчас я вам объясню, какая для чего. Вот я вам сейчас покажу уже косточку, и уже мяса нету. Она уже его выковырила. Вот такая мяса. Знаете, так вот, Венечка еще ковыряет это мясо. Венечка, мы сейчас отвлечем от этого. Зачем нужна вот эта расческа и резиночка? Вот мы Венечке заплетаем, вот такой, смотри в камеру. Вот такой хвостик, резиночки. Вот, смотри в камеру. Собака прям показывает, что ей не нравится. Вот, видите, розовые, это резиночки. Опять же, хотите заплетать, хотите нет? Вот эта расческа у нас используется для хвоста. Потому что она любит, когда хвост расчесывать, но не пуховыдиралкой. Пуходеркой пуховыдиралка, блин. Венечка, косточку покажу. Мне вот такими расческами и такими она не любит. Вот сейчас Веня у меня косточку в рот взяла. Это смешно выглядит. Ну, потом узнаем. Хорошо? Она очень любит ласку, любит, когда ее целуют, любит, когда ее обнимают, и любит, когда ее чискают. Я думаю, что собака сейчас это как бы не терпит. Она хочет, сука, косточку. Не надо ее целовать и обнимать. Она хочет кость. Дайте собаке кость. Тискает, но она бывает рычит. Потому что, блин, ты заебала, видимо, в доску свою собаку, что она уже аж рычит на тебе. Поэтому бывает. Опять же... Собака показывает, что ей не нравится определенными знаками примирения. Допустим, она облизывалась или отводила морду. Пожалуйста, выучите знаки примирения и не делайте своим питомцам так, как им не нравится. Это резинка для хвостика. Вы челку выделяете, надо ей заново хвостик взять, сейчас я буду его делать при вас. Ой, нет, блин, я просто вырежу нахрен этот момент, потому что это очень долго. Кошмар, она просто охренеть, сколько времени потратила на то, чтобы сделать хвостик своей собаке, поболтать с братом, бла-бла-бла-бла-бла, блин.
половину видео она это делает. Просто несет отвязный бред и ничего не говорит и делает какую-то херню. Блядь, не надо таких блогов. Таких блогов вот так вот. Как у вас собака будет ходить, бегать? Если она будет на руку выкаться, или играть со второй собакой, то, естественно, даже можно 3-4 раза делать. А так, если она у вас такой ходит, то можно даже один раз запустить на 2 недели и все ее. Ой, боже мой, что там будет через 2 недели, не снимем. Если она у вас одна в доме, то давайте я один кустик оставлю. Все, так, не будем дальше ее мучить. Так, расчесываются все остальные части. Давай ты будешь ухаживать за своими питомцами как-нибудь потом. Да и вообще нахрен ты это видео сняла. Тремя доступны большой, расчесываются маленькие. В принципе, больше вам о ней ничего знать не надо. Сейчас мы ее причешем. Потом она станет вот такая пушистая. Мыть ее надо 2 раза в месяц. Вот с этим я, пожалуй, поспорю. Потому что я считаю, что белых длинношерстных собак нужно мыть не реже, чем 1 раз в 10 дней, потому что так их шерсть остается намного белее, так их шерсть все время растет, то есть она становится длиннее, она будет намного качественнее, особенно если шампуни подобраны правильно и кондиционеры подобраны правильно. Кондиционеры лучше не использовать в жаркое время, в дождик еще ладно, можно, при условии, чтобы потом, как наступит жара, это сразу же смоете. И кондиционеры лучше всего использовать зимой, так как пыль летом поднимается, и на влажную шерсть, ну как бы на жирную шерсть, эта пыль осядет и шерсть обломается. А зимой, естественно, шерсть пересушится от холода и тоже обломается. Поэтому не переборщить, конечно же, тут главное, и мыть почаще свою собаку. Я вполне хватит такого времени, поэтому сильно отрождать себя не надо. Дома ждать она будет, только может она рвать вещь, куда она ходит в туалет. На пеленку, вон она, видите ее. Нет, вот это мне еще не хочу сказать. Вот она. Вы ее видите. Лично я считаю, что любая собака должна гулять. Шоу она или не шоу, любая собака должна гулять хотя бы раз в день. Это вот просто табу для меня. Если вам понравилось видео, то не забывайте ставить лайков, подписывайтесь на мой канал и оставлять мне в комментариях под видео. Я, видимо, только 1 подписчик. Класс! 1 подписчик! Поздравляю! Посмотрела это видео. Я посмотрела много, но один только из них понял смысл, что мне надо написать про что снимать. Да в твоем видео очень сложно понять суть и смысл видео. Это нереально. Из 25 минут просто там смысла в 3 фразах, уж грубо говоря. Там вот смысл можно на 30 секунд видео сделать из 25 минут. Поэтому присылайте мне, просто снимайте, пожалуйста. Нет, пожалуйста, перестаньте снимать видео, если вы не знаете, о чем снимать. Если вы где-то хоть раз в жизни писали, подскажите, о чем снять первое видео, убейтесь. Не надо снимать видео. Если вы не знаете, о чем снимать, если вы имеете мало знаний и если вы не имеете хорошей техники, подкопите знания, технику, навыков, допустим, работы в видеоредакторе, в фотошопе, почитайте про видеосъемку, купите себе камеру и только тогда делайте это дело. Не надо это делать на вебку с отстающим звуком, без монтажа, без смысла. Это очень глупо, очень тупо и... Вы показываете, какой вы ДЦП. Мне очень скучно. Если тебе скучно, займись чем-нибудь полезным. Научи свою собаку 100 трюкам. Вот тебе занятие. Когда выходные, ничего снимать? Я забыла рассказать про эту баночку. Эту баночку вы брызгаете на ватку, и вот здесь, у такого погрода Мальтеза, текут глазки. Так, вот мне интересно теперь про эту баночку, потому что у Мальтеза текут глазки. Да, допустим. Вы наносите вот в эту часть под глазки, чтобы они не текли. Это, в принципе, все, что вы должны были знать, теперь точно. Больше к ней ничего не надо, только вот этот набор. Вот это единственное, что мне было интересно, но я не знаю, как называется эта баночка. Класс, блядь. А еще лучше бы она рассказала, как убирать вот эти слезные дорожки. Ну, то есть расчески, косточка, баночка для воды, резинки. Все,
один и главный, как бы скажем так, ингредиент. Это ваш мозг. Вот ты могла просто обрезать вот эти гребаные 24 минуты и 30 секунд, да? И оставить видео, блядь, на 30 секунд с вот этой информацией. И тогда уж ладно, придраться было не к чему. А тут просто ДЦП. Если у вас будут какие-то вопросы, я оставлю вам свой ник в скайпе. И если что, звоните мне. Я вам все о ней расскажу. Ладно, в описании будет. Явно нужно обращаться не к таким, как ты, а нужно обращаться к опытным заводчикам. Ну, ник в скайпе. Там снегарик еще нарисован. Это очень важно. Ладно, пока. Если вас будет интересовать что-то по шпицу, то тоже обращайтесь. Потом я обязательно сделаю про это видео. Пожалуйста, нет, нет, хватит этого дерьма. Вы лучше спросите сейчас. Ладно, все, задерживаю видео. Пока. Я задержала на 25 минут 38 секунд. Не забываем ставить свои лайки, подписываться на мой канал. С вами была Паня. Всем пока и любите собак. Я решила разделить это видео на две части, потому что оно очень длинное. Если вы хотите увидеть вторую часть, давайте наберем 100 лайков под этим видео, и тогда сразу же выйдет вторая часть. А вот и обещанная вторая часть.